Ведем концерт по заявкам радиослушателей. Забытые мелодии прошлых лет. Aside, partner, it's my day. Lend an ear and listen to my version. Oh, the really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the chatter to choo-choo? Yes, yes. Right, right on. Boy, you can give me a shine. Вась, а? Ты кого рисуешь? Чё? Кого ты рисуешь? Тебя, кого еще? Да ты ж на меня не смотришь совсем. Ты это, сиди, не суетись. Ты что, ты куда? Ну сиди, я не дорисовал, ну. На кухню пойду посмотрю, белье кипит. А, кухня. Белье, кухня. Ты слышишь меня? Этого нельзя сейчас сделать. Но ведь он уже есть. Послушай. Ты понимаешь, что он уже есть. А ты понимаешь, что это преждевременно? А? У нас нет своего угла и в ближайшие 3 года не предвидится. А 3 года – это решающее формирование ребенка. Ты что ж, думаешь, что здесь мы сможем его воспитать так, как мы хотим? Ну где ты там ходишь, а? А потом спрашиваешь, кого рисую? Садись уже. Ну ладно, ладно. Рисуй. Я не хочу, чтобы с этим ребенком случилось что-нибудь подобное, как с Ромом. Ты что, не подпустишь к нему деда с бабкой, да? А разве это возможно? Да даже если тебе это удастся, все равно атмосфера, прости. Мы переедем на другую квартиру. Мы себе не можем найти угла. А кто нас пустит с ребенком? Я поняла, ты его просто не хочешь. Просто не хочешь.
Но что бы ты ни говорил, я буду рожать. Ты не волнуйся. Ты можешь поступать так, как ты считаешь нужным. А я пойду пройдусь, извини. Что такой всклокоченный? Да так. Выпьем? Давай. Ты знаешь, мне кажется, что ты собираешь коллекцию людских недостатков. Странная коллекция, бесполезная. Человек несовершенен. Понимаешь, с этим просто надо мириться. А что значит надо? Ну просто, ну надо. А что, ты можешь предложить другое что-нибудь? Вот если у твоего пиджака один рукав длиннее другого, ты его надеваешь? Нет. Я исправлю рукав. А если он не исправляется? А? Такого не может быть. Ах, не может. Вся история человечества освещена идеей добра. Это же не фикция. Идея? Идея не фикция. Точно так же, как идея вечного двигателя. Только в двигатель верит пока сумасшедшая. А ты мне покажи человека. Какого человека? Нормального. Нормального человека, который всем вот этим твоим книжным идеалам бы соответствовал. Одного, но живого, чтобы я его руками мог потрогать. Вот он. Давай. Кофе. Ты вспомни, Моисей 40 лет водил израильтян по пустыне, чтобы появилось новое поколение, не знавшее египетского рабства. А ты сразу хочешь нового человека и нравственного... Да не нового, не нового, а просто нормального человека. Нормального, который мыслит нормальными категориями, который работает, который хочет работать, который живет по общечеловеческим законам. Ну а где его взять? Ты принимаешь человека таким, каков он есть сегодня. Нам ведь по пустыням-то шляться некогда. Тебя максимализм подводит. Да не максимализм. Я готов мириться с чем угодно, но я точно должен знать, что это отклонение, а не норма. Что человек, какой он есть сейчас, он не природой запрограммирован, а погрешность опыта. Вот если это так, я готов засучить рукава и исправлять ошибки, погрешности. Но если нет? А если нет, мы тогда все изобретаем вечный двигатель. Нет, да, нет, Саша, нет, нет, да. Нет, 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 нет. Мы просто живем, едим вот эти яблоки, любим женщин, наслаждаемся искусством. А вот это тебе нравится? Ну, а как это может не нравиться? Примитивное, великое примитивное искусство. Но примитивное. Да, но самое честное, бесхитростное, живое искусство. Но примитивное. Ну, ты знаешь, ты меня иногда просто бесишь. Ей-богу, поражаешь. Ну, неужели ты не чувствуешь своей ущербности?
Не чувствуешь, что мир ярче, красочнее, ароматнее, ну, душистее? Ну, ты должен это хотя бы, это подозревать. Ты умный человек. Ты должен, если это не чувствовать, то хотя бы подозревать. Ничего я не должен. Тогда я тебе скажу самую страшную вещь. Извини, обязан сказать, как другу. Ты вообще, Эрик, никого не любишь. Никого. Даже сына и самого себя. И если с тобой случится крах, нет, не внешний, это тебе не угрожает. Но если это с тобой произойдет, то ты даже не найдешь себе силы покончить с собой. Потому что, чтобы сделать это, надо хоть немножко любить себя. Привет. Привет. Ну как, льёт? Неа. Где фонтаны, не знаешь? Зачем тебе? Бабушка-то моя живет. Весной она часто приезжала сюда. Да мать моя ее не очень-то любит, а бабушка стесняется. А ты кого больше любишь, отца или мать? Бабушку. Она у меня артистка, певица и вообще вот такой вот кореш. Когда я вырасту, буду жить только с ней. Только бы дождалась, не умерла. А там я все сделаю. Что? Чтобы ей разрешали пить все, что она хочет, а не то, что ей велят. А еще изобрету уколы. И бабушки их будут делать все время. А отцу и матери, чтобы они меня воспитывали. Ладно, пойду домой. Может, материн муж проснулся. Это все его мать. Она же нас за родню не считает, потому к нам и не приходит. Господи, да у него-то ребенок есть. А то, что ты делать собираешься, это что? Это грамотно. Да ты что, не знаешь, что с первого раза нельзя, а лето можно на всю жизнь остаться. Господи, боже мой! Да ты же лицо свое потерял. По подсказке живешь. Больше интерес к этим проблемам со стороны правительства. На панель скажешь? Пойдешь? К руководителям партии, я считаю, что это тоже необходимо. Побежишь? Более внимательно прослушаться. Да ты же в рот ему глядишь. Вот он из тебя, дура, веревки и вьет. А чё? Добавим, что желающие стать... Молодец! Ассоциацией защиты... Это ведь отцу с матерью можно гонор показывать, а тут нет! По телефону. Добрый день. 64-68-17. Нет уж ты, постой. Ты что задумал? Девку в могилу свести? Ах, боже мой, не хочешь разговаривать. Некультурные мы. Книжек не читаем. Картины не те рисуем. Земля копаемся. Да ты можешь нас не замечать. Но дочь свою, свою дочь. Ранить не дадим. Она что, игрушка? А? Та надоела, с молоденькой решил заняться. А ты не морщись. Потерпи. Я долго молчала. С женой так не обращаются. Жену в больницу. Но такие дела не провожают. Перестань. Не перестану. Он тебя что, на помойке нашел? Я тебя не для того 24 года растила, чтобы над тобой измывались. Никто надо мной не измывается, мама. Так вот, знай, дорогой зятек, у нее есть отец и мать. Пришел в дом, живи как человек. А нет,
Вот тебе Бог, вот тебе и порог. Ну, тогда бы я хотел поговорить с Василием Михайловичем. Извините, не приготовили Василия Михайловича. Конец квартала, у него наряд закрывает. Утром дома отпахал, теперь на работе. Не об чем с вами, Василию Михайловичу, разговаривать. В доме мать я. Смотри, напугать решил. А мы не боимся, пуганые. Только ты запомни, из этого дома один раз уходит. В техникуме завтра встретимся. Не волнуйся. Ну, не волнуйся, тебе нельзя. Все будет хорошо. Доченька, родненькая, все будет хорошо. Отстаньте от меня все. Ты чего? Ты чего? Я уже ему купила кое-чего. Все будет хорошо. А нет этого ребенка. Ты понимаешь? А если бы и был, то я бы тебя к нему близко бы не подпустила. Из дома бежишь. Разве это дело? Мам! Мы уезжаем, мам. Ну что ж, счастливо. Мы будем заходить. Ты еще не ушла? Хорошо. Что случилось? Ничего, я просто хочу проводить. Мы же договорились, я сама. Ну, я хотя бы до остановки. Тебе к которому часу? Дай. К 4. Присядем на дорогу. Да. Ин. До свидания. Подожди. До свидания.
В зачетках у студентов Киры Михайловны всегда стоит зачтено. Между тем, рецензенты в дипломных листах этих студентов находят грубейшие ляпы. Я лично мог убедиться в этом сам. Вы прекрасно знаете, что я вел несколько студентов, дипломников студентов Киры Михайловны. И вот в конце четвертого курса я вынужден им объяснять элементарные вещи из программы первого-второго курса. Ну и как мы будем жить дальше? Ой, должно знать, как искренне мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурные стремления. Вот вентиль мне подарил Володя Симаков, наш выпускник. Вот я предлагаю сделать вырез, и это сделает Сидоренко, я его попрошу, для кабинета черчения. Речь идет не о кабинете черчения. Мы знаем, что вы хорошо оборудовали кабинет, а о работе преподавателя Бородиной. Но Кира Михайловна заведует кабинетом черчения. Хорошо. Мы примем к сведению, что эту часть работы Кира Михайловна выполняет удовлетворительно. Прекратите. Я вас прошу, прекратите, как вам не стыдно. Вы все-таки взрослые люди. Кира Михайловна, она знает, что делает. Я предлагаю ограничиться. Чем ограничиться? Ограничиться обсуждением. Значит, вопрос о переаттестации остается открытым, так? Да, так. Так я считаю. Пожалуйста, другие мнения. Спасибо. Заседание окончено. Все, Кира Михайловна, все. До свидания. До свидания. Ты меня прости, но я не мог дать другую характеристику. А я за это и дружу с тобой. Только мне от этого не легче. Но ты видишь, что я оказался прав. А ты что? Ты что думаешь, им всем Бородину жалко, да? Они себя берегут. Свою размякшую в комфорте душу. Вот если бы она не делу, а им лично стала бы угрожать. Их благополучию. Вот тут бы они разом поднялись. Караул, в ружье. И не проси пощады. Ты Инну перевез? Да, спасибо. Инна, здравствуй. Здравствуй. Ну, как ты? А? Ты почему так рано с работы ушел? Здесь до 7 пускают только. Ты что, плохо спал? Я нормально. Ты-то как? Тебе плохо, да? Мерзко. Да чего ж мерзко? Вы просили меня зайти? Да. Я вот... Присаживайтесь. Я просил вас зайти. Я понимаю, вы хотите со мной поговорить. Ой! Простите, я чуть не чихнула. Но я согласна на полставки и кабинет. Правда, это отразится на пенсии. Но к тому времени сын подрастет. Что мне надо? У меня все есть. Помните, у Карамзина?
Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. История государства российского, да? У меня к вам предложение, Кира Михайловна. У нас в техникуме предполагается новая должность. Заместитель директора по производственной части. Это организация практики и контроль за ней. Простите, как называется эта должность? Заместитель директора по производству. Можно не так быстро, я запишу. Помедленнее, пожалуйста. Да. Хорошо? Заместитель директора по производственной части. И это вы предлагаете мне? Что с вами? Мне надо сесть. Вам плохо, Кирочка? Он назначил меня заместителем директора. Каким заместителем? Что с вами, дорогая? Сейчас написано. Заместителем директора по производственной части. Так это ж хорошо. Вы думаете? Господи, а мне показалось, что вам так плохо. Соня. Мне плохо. Чай наливать? Чай наливать? Да, если не трудно. Ты плохо себя чувствуешь? С чего ты взял? Так показалось. Тебе сегодня к какому руку? К третьему. Ты можешь еще полежать. Тебе вообще не нужно было вставать. Я все равно не спала. Ты на меня за что-то сердишься? Почему? Ну, почему? Инна, дорогая моя, не надо. Не надо. Ты прости, пожалуйста, что я так говорю. Но это самая рядовая медицинская операция. Тысячи женщин. Ты опоздаешь. Иди. Папа, что? Случилось что-нибудь? Да нет, ничего. Ты чего не заходишь? А я ж заходила. Разве мама вам не говорила? Да нет, говорила вроде. Все равно приходи чаще. Я постараюсь. А что у вас на работе? Жигули обещали к зиме. В декабре. Не знаю. Ну вот, наконец-то вы успокоитесь. Ну, я пойду. Сегодня скорую вызывали матери ночью. Говорят, язва, обследоваться надо. Да что же вы раньше-то молчали? Сейчас вместе пойдем домой. Ты одна, я на работу, ты
Матери не говори, что я был. Ты слышишь? А? Что это? А, ты ешь, Егор Иванович, у них ночная жизнь. Да, я никак не привыкну. Ой, как жарко-то, боже мой. С мамой плохо. Отец сегодня в техникум приходил. А что, разве после больницы я не лучше? Не лучше. Странно, у меня такое ощущение, как будто не живешь, а видишь сон про жизнь. Ты носишься, вокруг тебя носится. И все самое нелепое кажется правдой. И только потом, когда проснешься, видишь, что нелепое. Во сне не замечаешь. Угу. Я хотела попросить тебя. С мамой плохо. Я должна быть там. Хорошо, я поживу. Пока один. И еще. Не приходи туда, пожалуйста. Разумеется. Как Ром? Нормально. Все хорошо, спасибо. Необычная длина для детской одежды. Отделка лентами, кружевом, декоративными пуговицами, оборками, рюшами. Это все элементы, которые делают детскую одежду очень нарядной. На подиуме Анечка в розовом платьице. Андрюша показывает нам мужской фрак в миниатюре, который предназначен для детских утренников. Фрак дополнен сорочкой с романтическим жабо, украшенным цветами. В жизни каждого ребенка очень много утренников, поэтому мы должны делать одежду для утренников очень нарядной, необычной, для того, чтобы она запомнилась детям на всю их долгую жизнь. Смех мы уже были с тобой. На автодроме, на качелях. Может быть, в уголок живой природы пойдем? Можно. Нравится здесь? Нормально.
А это наш новый аттракцион. Каждый желающий может приобрести жетон, получить удочку и поудить рыбку. А как называется ваш аттракцион? Веселый рыбачок. А. Сколько длится сеанс? 30 минут. И какая тут водится рыба у вас? Разная. А что после делает клиент с рыбой? А кто что хочет. Выпускают. Или зверушкам отдают. А некоторые домой уносят. Сеанс окончен. Отец? Отец погиб у меня. Где погиб? На фронте, где же еще погибает? Как же это случилось? Известно как. С пулемета. Эрнст, я не могу взять Рома с собой. А что с ним? Он болен? Нет, почему? Он здоров. Но там, понимаешь, мороз 50 градусов, полярная ночь 5 месяцев. Я говорила с врачами, этот климат ему не подходит. Интернат за 40 километров. А когда вы уезжаете? Я понимаю, о чем ты думаешь, что порядочные женщины так не поступают. Ну, понимаешь, я не могу не поехать с ним. Его переводят. Это не на месяц, не на год. Это вообще не знаю, насколько. А потом я ведь не бросаю Рома. Я оставляю его здесь. Ты будешь жить с ним в этой квартире. Я буду присылать вам деньги. Ой, что я несу? Ну, в общем, ставь любые условия, но с собой его взять не могу. Он там погибнет. Ах, ты хочешь, чтобы я осталась? Ну, хорошо, я останусь. Я останусь здесь, хорошо, я никуда не поеду. Эрнст, я все-все понимаю, но пойми и ты меня. Мне уже за 30. И потом я не бросаю Рома, я оставляю его здесь, на тебя. Кира мне сказала, что у тебя милая, очень славная жена, она его никогда не обидит. Ну что ты молчишь? Простите, товарищ майор. Тише, Юра, говори, тише. Разрешите обратиться к вашей жене? Разрешаю. Я хочу выпить за вас, Лариса. За вашу звездочку. Не за его, за вашу. Я не понял про звездочку. Сейчас все объясню. Про звездочку. Там, куда вы едете, будет не сладко. Не каждая женщина способна на это. Ну, в общем, горько. Горько! 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 Черт его знает, как там все сложится. Лариска, тебе повезло. С ней будет легче. Что повезло, то повезло.
А пацаны, как у тебя с ним? Ну что, нормальный парень. Хорошо. Только где-то не на год, не на два. Мороз 50 градусов. Полярная ночь, полгода. Интернат за 40 километров. Жаль, конечно, оставлять его здесь. Но климат там, сам знаешь. Да и со здоровьем у него не очень. А с кем он здесь останется? Пока в лесной школе, а потом с отцом. У него же отец здесь. Зачем звонишь, когда почти уснули? Воспоминания о минувшей боли. Мы заменяем... Роман! Своей судьбой. Не сыпь мне соль на рану. Женя! Ну, теперь ты видишь, что я никуда ехать не могу. Да-да, конечно, о чем ты? Я не хочу, чтобы ты оставалась! Уезжай! Уезжай! У тебя есть время? Я должна быть дома. Да, конечно, конечно. Как чувствует себя твоя мама? Зачем ты меня позвал? Мне показалось, что ты устала. Что еще тебе показалось? А еще мне показалось, что тебе надо отдохнуть. Благодарю тебя. Ты добрым стал. Я могу предложить тебе отпуск. Чаплыгин может подменить тебя. Ты говорил с ним без меня? Твое дело, принять предложение или нет. Я был обязан. По отношению ко мне ты ничем не обязан. Инна. Пусти. И еще. Ты можешь не волноваться. О качестве моей работы моя усталость не отразится. Угу. Я могу идти. Ну, знаешь, Инна, пока что я еще считаю тебя своей женой. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои. Сколько времени? Ой, Господи. Ты не о времени спрашивай, ты слушай. И указал рукою своей, на учеников своих сказал, вот матерь моя и братья мои. Ну как ты, мам? Ибо кто Хорошо. Будет исполнять волю Лучше отца моего? Кушать будешь? Не, я подожду. Иди поешь. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и мать. Но он не отвечал ей ни слова. Ты слушай, слушай. Тогда Иисус сказал ей, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелил ее в тот же час. Он ненавидит всех. Презирает. Любит. Любит. О, род неверный и развратный. Доколе буду с вами. Доколе буду терпеть вас. Но терпел. Ну что ж, если не дают чаю, давайте хоть пофилософствуем. Давайте. О чем? О чем? Давайте помечтаем, например, о той жизни, какая будет после нас, лет эдак через 200-300. И нам велел, и всех предупреждал, а сам же
Вот. Мам, отец машину пригнал. Какого цвета взял? Светлое. Какого? Не взял вишневую. Не нужен мне берег турецкий, Африка мне не нужна. Пригнал машину-то, мать, а? Вот. Быстро ехал. Ну, сначала не разгуляешься, 40 максимум. А вот, когда подымешься, за грибками поедем. Доченька, покорми отца, он же с утра не О, жрал. Да, 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 не жрамши я с утра, я ведь только-только вот сейчас получил. Я ж с утра поехал, а там одни ветераны, мам, льготники. А ты? Кильки хочу. Хорошо. Наступит новое, счастливое. Вы садитесь, папа, я сейчас вам налью. Не будем, конечно, но для нее мы живем сейчас. Работаем, страдаем. Мы творим ее. И в этом одном цель нашего бытия. Вам пожиже или погуще? Послаще. Что вы? Не знаю. Сегодня смеюсь, а вы день. Я кончил там же ГИВУ, в академии я не был. Читаю я много, но вот выбирать книг не умею. Читай, быть может, совсем не то, что нужно. А лишь тем, знаете, чем больше живу, тем больше хочу знать. Я седой, я почти старик. Но знаю, мама... Только не хочу. Я не вам, я маме. Мне кажется, что самое Ты с ума сошла? Настоящее... Я ее же нельзя устроить. Это я ты че? Знаю. Че ты делаешь? Зачем? И как бы мне хотелось... Да неужели вы не видите, что она умирает? Я нет. Не должно быть. Да и не будет для нас. Глупости говорит. Что ты выдумываешь? Откуда ты взяла? Вот выздоравливает. Соленого захотела. Да ешьте вы. Да, легких потомков. Глупости все. Поживу еще. Лет с десяток больше не надо. Какой аппетит. Да ну, Инна правильно говорит. Целый день в постели, кто бы из больницы-то выпустил. Все будет хорошо. Вот только машину Василий светлую взял, вишневую не захотел. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий мой, презри меня грешницу и услышав час сей молитву мою. Прости мои прегрешения и прегрешения моих чад. Не спошли милости великие. Не обратили вы головам? Дарим здоровье, зачем и телесные куда? И духовные. Они летят и не спошли им различные милости, мир, тишину. Чего я хочу, а? Любовь в сердцах их. Взять у меня. Покрой их дом от всякого зла из неприходящего. Да ведь он умный, он любит. Ну, крутой, ну что ж такого? Прошу тебя. Ну и что, где лучше взять? Не отнимай впредь от дома сего и от чада. Господи, ребенок у него есть. Ну и что ж такого, что ребенок? Господи, какой же ты жестокий, Господи. Ты же дерево. Дерево живое засушил. Плодов. Плод его не стало. Вина так же. Детей у нее не будет. За что же ты, Господи, так? Доченьку мою, за что? Ой, сколько ромашек. А что это они такие белые? Ромашки-то.
Господи, как долго жить-то еще? Пап, вы идите поешьте, я там обед разогрела. Вот яблоня уцеплела. А зачем? Все для нее. А теперь зачем? Здравствуйте. Извините, что вас побеспокоила. Вы Инна? Да. Ваш дедушка? Нет, это мой папа. А я мать Эрнеста. Очень рада познакомиться, Лидия Сергеевна. Можно просто Лида. Мы не простынем. Пойдемте в дом. Да, я все знаю. Эрст вам все обо мне уже рассказал. Вы меня не уважаете, вы меня не любите. Он прав. Прав. По-своему. Потому что он ничего не знает. То есть, знает, конечно, но не все. То есть, все, но этого мало. А что еще нужно? Надо понимать человека. А вы его понимали? Он мой сын. У меня кроме него никого нет. У вас и его нету. Это меня у него нет. А он у меня есть. Я его не виню. Вы? За что вы можете винить его? За то, что у него не было детства? Что он был лишен любви к матери? Да он себя чувствовал виноватым только потому, что родился. Что может быть страшнее? Но вы не только ему причинили зло. Его сыну, он из-за вас такой. Мне, моей маме,
Вы думаете, я сошла с ума? Моя мама умерла. Я была с ней ужасной. И себе я этого никогда не прощу. Но в этом и вы виноваты. Деточка, в чем? В том, что я была злой с ней. Это зло пришло ко мне через Эрнста, от вас. Деточка, ну я же тоже. Что вы тоже? Я тоже хотела быть счастливой. Мне было 16 лет, я была влюблена. Я думала, что я умру. Да я сейчас его люблю. Простите. Простите, у вас нет зеркала. Вот, пожалуйста. Да. Ну, всегда беру с собой зеркало, ты забыла. Простите. Вы успокойтесь. Да нет, ничего. Я просто пришла, хотела поговорить, пока Эрнста нет. А его здесь не бывает. Как? Ах, да, у вас другая квартира. Я пришла поговорить о Роме. Как он себя чувствует? Плохо. Ужасно. Вот вы говорите, меня никто не любит. А Ром? А? А Эрик не дает мне видеться с ним. Он говорит, что я на него плохо влияю. Чем? Чем? Я ничего такого с ним, ни о чем таком не говорю. Мы с ним играем, крестики-нолики. Во что вы с ним играете? Крестики-нолики. Ром меня выучил. Один ставит крестик, потом другой ставит нолик, потом друг. Вы успокойтесь, пожалуйста. Простите меня. Отдайте его мне. Он же вам никому не нужен. Он нужен только мне. Здравствуйте, здравствуйте. О, Эрнст, это ты? Да, это я. Здравствуй, мамочка. Мамочка. А ты думала, я Святой Дух? Очень рада тебя видеть. Я тоже рад тебя видеть. Роман, здравствуй. Роман. Ну, скажи здрасте. Хочешь мандаринчик? Ешь сама. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я достала по случаю мандарины. Должна была привезти ребенку. Ему нужны витамины. И вообще ты являешься в будни. Всегда приезжал в воскресенье. Я могу приехать к ребенку тогда, когда я хочу. Хорошо. Роман, хорошо, ты прощайся с бабушкой. Я приеду. Ну, приеду, солнышко. Подождешь меня здесь. Пойдем, мама. Не понимаю тебя. Можешь не напрягаться. Подтяни шарф, у тебя горло голое. Отстань. Я сколько раз тебя просил? Что это ты меня просил? Не приезжать сюда. Роман, за эти месяцы стал лучше здесь. А теперь он опять какой-то озлобленный. Это, наверное, потому что Лариса уезжает. Ну, перестань, мама, перестань. Роман никогда не был легкоранимым ребенком. Я вообще сомневаюсь, что он любил кого-нибудь, кроме себя. Ты говоришь о сыне, Эрнест, и как ты о нем говоришь? Да, мама, да. Ты меня удивляешь. Да, мама, к сожалению, ты не исключение. Ром тоже тебя не любит, а ты его все время ублажаешь. Попрошар. Отстань ты от меня, прошу я! Не трогай ее! Он меня не обижает! Мама, отстаньте от меня! Не обижай мне его, придурок!
тихо! Дайте я его отнесу! Успокойтесь! Пустите! Мой сын болен! Отстань ты от меня, прошу! Дай мне его, я говорю! Куда его отнести? Дайте я его отнесу! Успокойтесь! Пустите! Я никогда не прощу тебе смерти матери. И себе тоже. И себе тоже? А? И себе тоже не прощу. Ты знаешь, Инна, мне кажется, у нас достаточно реальных грехов, чтобы мы могли брать на себя еще какие-то воображаемые. В смерти твоей матери повинен только Господь Бог. Он один. Я думаю, что это не была такая уж несправедливость с его стороны. Что ты хочешь сказать? Да ничего не надо. Ты хочешь сказать, что моя мама умерла, потому что ей незачем жить? Не надо. А разве не умирают те, кому есть зачем жить? Почему не умирают? Конечно, умирают. Но это несправедливо. А то, что она умерла, это справедливо? Ай, не надо. Ну, не скажи, надо. Скажи. Не надо. Ну, извини, я сморозил глупость. Нет, не глупость ты сморозил. Это твоя позиция. Ты умный, но ты каменный. Моя мама никому не сделала зла, а ты всем. Всем, кто возле тебя, ты приносишь только зло. Что ты сделал с Кирой Михайловной? С кем? С Кирой Михайловной. А что я сделал с Кирой Михайловной? Да ты посмотри на нее. Это же потерянный человек. Ты ее сначала раздавил на глазах у всех, а потом на глазах у всех облагодетельствовал. Одно зло от тебя. Одно только зло. Вы знаете, вдруг прибежал, горло говорит. Смерили температуру, 38, уложили. А через 2 часа, смотрю, бегает. Ты что, говорю? А он все прошло. Опять градусник, 36,6. Скажите, пожалуйста, а где я его могу сейчас найти? Так вот... А вот он. Нет, нет. Спасибо. Здравствуй, Ром. Вас отец, что ли, прислал? Нет, он даже не знает, что я сюда поехала. А зачем ты вчера притворился? Больным? Температура 38? С чего вы это взяли? Ну, ладно, ладно. А дерево резал зачем? Не дерево. Ну, как это не дерево? Да, кору. А кора это тоже дерево? Ты что-то искал там? Искал. Что? Вам это очень интересно? Интересно. Что? Личинки. Это вас устраивает? Какие личинки? Обыкновенные, которые под корой зимуют. А мне можно вопрос? Конечно. Ну-ну, я слушаю тебя. Почему деревья разные? Как разные? Разные. Акация, сосна, вишня, черешня. Почему из земли и арбуз растет, и огурцы? Один цветок красный, другой синий.
Почему? Земля-то вся одинаковая. А из нее и сладкая, и кислая. И горькая. Я понимаю тебя. Значит, все это есть в земле. И сладкое, и кислое, и горькое. Все. Предположим, ну как они достают? Арбуз свое, перец свое. А по-моему, это очень просто. Как? Вот смотри, это все тебе. Бери то, что ты хочешь, но только то, что ты хочешь сейчас. Ага. Вот так вот и растение. Каждый выбирает то, что ему нужно. Пойдем домой, Ром. Я уже с воспитательницей договорилась. Ты что, не хочешь ехать домой? Ты хочешь остаться здесь один на Новый год? Бабушку, наверное, ждешь. А когда она обещала приехать? Никого я не жду. Ром, милый, пойдем. Пойдем.